Всем привет! Вы на канале Вязаные истории, меня зовут Юлия. Мы с вами сегодня вяжем заключительную часть по вязанию вот такой куклы Танюшки. Сегодня мы с вами свяжем ей юбочку, маечку, кардиганчик, сделаем шнурочки, и на этом наша куколка будет готова. Если вы еще не вязали куколку, увидели это видео впервые, то переходите в описание под видео, там есть ссылочки на первую часть. Если же у вас все готово, продолжаем, приятного вам вязания! Сейчас мы с вами начинаем вязать юбочку. Она вяжется очень просто. Здесь повторяются все время одинаковое количество столбиков. Сейчас я вам все это покажу. Для начала мы набираем 21 воздушную петлю. Первая. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. Шестая. Седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая, четырнадцатая, пятнадцатая, шестнадцатая, семнадцатая, восемнадцатая, девятнадцатая, двадцатая и 21. Теперь мы начинаем вязать первый ряд. Для начала провязываем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. То, что мы провязали сейчас столбики без накида, на юбочке у нас идут как резиночка. Дальше остальную часть из 14 столбиков мы вяжем полустолбиками с накидом. Если вы хотите, чтобы юбочка у вас была немножко подлиннее, то вы набираете, например, на 2 петли больше, на 4, и прибавляете эти петли к полустолбикам с накидом. То есть вот эта ширина юбочки, она неплохая, пусть она такая и остается. А длину вы можете регулировать. Больше, меньше, как вам уже будет больше нравиться. Делаем накид, провязываем полустолбики с накидом. Первый. Второй, третий и так далее до конца ряда. У меня всего выходит 14 полустолбиков. Провязали. Когда довязываем в эту сторону все нечетные ряды, первый, третий, пятый, мы делаем 2 воздушные петли в конце, там где у нас полустолбики. Разворачиваем вязание. Дальше все последующие полустолбики с накидом вяжутся за заднюю полупетлю, а столбики без накида вяжутся как обычно у нас. Вяжем первый полустолбик за заднюю полупетлю, второй полустолбик. Именно вот эта часть, которая из полустолбиков, она вяжется за заднюю полупетлю. А резиночку я вяжу как обычно. Для того, чтобы получился вот такой красивый узорчик. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Одиннадцать, 12, 13, 14. Вот провязали мы. И следующие оставшиеся 6 столбиков без накида провязываем за обе стеночки петель. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Там, где столбики без накида, в конце делаем одну воздушную петлю. Разворачиваем вязание. Снова вяжем 6 столбиков без накида. Это у нас идет третий ряд. За обе стеночки все время столбики без накида вяжутся. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой.
И довязываем 14 полустолбиков с накидом за заднюю полупетлю. То есть неважно, какой это ряд, четный, нечетный, все время за заднюю полупетлю. Второй, третий до конца ряда. В конце ряда 2 воздушные петли, разворот и так далее. То есть всегда одинаковое количество столбиков. Узор дальше только повторяется. За счет того, что у нас внизу полустолбики, еще и за заднюю полупетлю, получается часть намного шире, чем вот эта верхняя со столбиками без накида. Так получается то, что юбочка у нас правильно красивой формы. Думаю, дальше вы уже поняли принцип, справитесь сами. Дальше вяжем вот точно так же. Столбики без накида, полустолбики с накидом. Чередуя все, я вяжу в общем 43 ряда. Но куколки разные, может быть, это будет поменьше. Примеряем. Когда видите то, что уже юбочка сходится, мы будем с вами вязать уже заключительный ряд. Ну, примерно вот у меня на розовой получилось 43 ряда. Довязали юбочку. Складываем юбочку пополам. И начинаем теперь провязывать вместе, захватывая переднюю сторону, ближнюю к нам, и вторую сторону тоже одновременно на крючок. И вяжем. Можно вязать столбиками без накида, можно вязать соединительным столбиком, как вам удобнее. Я не заметила разницы какой-то в этом. И вот таким образом провязываем до верха, до краешка. Довязали до верха, воздушная петля, ниточку вытягиваем чуть подлиннее, обрезаем ее и с помощью иголочки прячем все хвостики. И выворачиваем юбочку. Вот такая она простенькая, очень легко вяжущаяся. Все, юбочка наша готова. Переходим к вязанию маечки и кардигана. Вяжем маечку. Для этого набираем цепочку из 45 воздушных петель. Примеряем прямо под ручками эту цепочку, чтобы ее длины хватило. С нахлестом друг на друга, потому что у нас будут еще и пуговички сразу здесь вывязываться. То есть отдельно мы петельки для пуговички вывязывать не будем. 45 воздушных петель провязали. Первую от крючка мы пропускаем, начинаем вязать со второй. Вяжем первый ряд 44 столбика без накида. Провязали первый ряд, дальше вяжем воздушную петлю, разворачиваемся и вяжем следующий ряд второй. Провязываем один столбик без накида, 2 воздушные петли. Это мы сейчас вывязываем петельку для пуговички. Пропускаем 2 столбика, первый и второй, и начинаем вязать с третьего столбика. Провязываем столбики без накида до конца ряда. Получается еще 41 столбик. Провязали ряд до конца, вяжем воздушную петлю, поворачиваем вязание и дальше вяжем
Третий, четвертый и пятый ряд, всего 3 ряда, по 44 столбика без накида. В конце каждого ряда воздушная петля и поворачиваем вязание. Провязали. В шестом ряду мы начинаем вязать прибавки. Прибавки у нас всего 2, и они располагаются под ручками. Провязываем 10 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый и вяжем прибавку. Дальше вяжем 22 столбика без накида. Первый, второй, третий, двадцатый, двадцать первый и 22. Вяжем прибавку и довязываем до конца ряда оставшиеся 10 столбиков. В конце ряда делаем воздушную петлю и разворачиваемся в другую сторону. Сейчас у нас получилось 46 столбиков, и следующий ряд, седьмой, провяжите без прибавок, просто 46 столбиков без накида. В восьмом ряду мы вывязываем снова отверстие для пуговички. Вяжем 1 столбик без накида, 2 воздушные петли, 2 пропускаем, и начиная с третьей вяжем 1 столбик без накида, второй, третий, всего 8, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и вяжем прибавку. Дальше провязываем 22 столбика без накида, первый, второй, третий, двадцатый, двадцать первый, двадцать второй и вяжем прибавку. Дальше довязываем до конца ряда оставшиеся 11 столбиков. В итоге в этом ряду у нас получилось 48 столбиков без накида. Воздушная петля, разворачиваем вязание, вяжем заключительный ряд 9, провязываем 12 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Вяжем прибавку. Дальше провязываем 22 столбика. Первый, второй, 20, 21 и 22 и вяжем прибавку. Далее довязываем до конца ряда оставшиеся 12 столбиков. В итоге у нас получилось в этом ряду 50 столбиков без накида.
воздушная петля, ниточку вытягиваем, чуть-чуть подлиннее обрезаем и с помощью иголочки прячем внутрь полотна. Все, основа нашей маечки готова. Складываем ее, пришиваем пуговички. Так это будет выглядеть. Друг на дружку накладывается с небольшим нахлестом. Пришиваем пуговички. И сейчас мы с вами свяжем простенькие лямочки. Две штуки. Сейчас я вам покажу, как вязать одну из них. Вяжутся они абсолютно одинаково, показываю поэтому только одну лямочку. Набираем 3 воздушные петли. Первая, вторая и третья. Вязать начинаем со второй петли от крючка. С 1 по 11 ряд вяжем по 2 столбика без накида, поворотными рядами. Первый столбик, второй, воздушная петля, разворачиваемся. Первый столбик, второй, воздушная петля, разворачиваемся. Так, вяжем вот третий ряд, воздушная петля, поворот, четвертый. Вы примеряете маечку к своей куколке, может быть, вам один из рядов будет много или наоборот мало. Маечку я располагаю сразу под ручками, потому мне вот этой длины прям отлично хватает. Я не показывала вам, как примерить лямочку к кукле, потому что куклы у меня уже нет. Поэтому, думаю, вы сами справитесь, как нужно ее приложить, где посмотреть. Так, получается 1, 2, 3, 4, 8 рядов. Девятый ряд. Десятый и одиннадцатый. Воздушная петля, ниточку подлиннее вытягиваем. Вот и все, и теперь пришиваем. То есть сложили маечку вместе, примерили на куколку уже застегнутыми пуговичками и вот таким образом располагаем лямочки. Одну и также с этой стороны вторую. И пришиваем их. Пришиваю, захватывая столбики лямочки и захватывая эти петельки на самой маечке. Ничего сложного в пришивании нет. Все, доделываем маечку и переходим дальше. Вот так сидит маечка, юбочка. Дальше нам с вами нужно сделать шнуровочку. Как у меня на первой куколке, я думаю, здесь нет ничего сложного, но на всякий случай я покажу вам, как это делать. Берем длинную ниточку, вводим иголочку сверху на предпоследнем ряду, выводим от оранжевой полосочки на 2 ряда выше. Вот так. Сверху оставляем хвостик, достаточно длинный для того, чтобы потом можно было просто завязать бантик. Теперь сделаем первый стежочек здесь, отступая примерно столбика 3 в сторону. Да, где-то так, 3-4, смотрите сами. Провязываем раз, возвращаемся обратно в эту точку. И, в общем, я думаю, тут видно то, что я делаю. Так. И вот так. Ну, собственно, и все. Теперь оставшиеся вот эти хвостики просто завязываем на узелочек. Очень простой такой способ. Главное сделать одинаково на первой ножке и на второй. Бантик, я думаю, понятно, как завязывать. На камеру мне все равно, наверное, будет это неудобно сделать. Сейчас попробуем.
обрезаем лишние ниточки. Все, готово. Делаем вторую точно так же. И приступаем к вязанию кардиганчика. Начинаем вязать кардиган. Для этого набираем цепочку из 27 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, 25, 26 и 27 воздушная петля. Такая цепочка у нас получилась. Дальше мы начинаем вязание с третьей петли от крючка. Первую пропускаем, вторую пропускаем, вязать начинаем в третью петлю. Все вязание у нас идет из полустолбиков с накидом. Поэтому, если случайно оговорюсь и скажу столбик без накида, не обращайте внимания, мы все равно вяжем полустолбик. Единственное исключение – резинка, но там я уже расскажу, когда подойдем к этому моменту. В третью петлю от крючка провязываем первый полустолбик с накидом. В следующую петлю второй. В следующую петлю мы провязываем 3 полустолбика. Получается первый полустолбик, в эту же петлю второй полустолбик и в эту же петлю третий. Дальше провязываем 3 полустолбика. В каждую петлю по одному. Первый, в следующую петлю второй, в следующую третий. Снова провязываем 3 полустолбика в одну петлю. Первый в эту же петлю, второй и в эту же петлю, третий. Далее провязываем 11 полустолбиков. Первый, второй, третий, десятый и 11 полустолбик с накидом. Дальше в следующую петлю провязываем 3 полустолбика. Первый, второй и в эту же петлю третий. Далее вяжем 3 полустолбика подряд. Первый в следующую петлю, второй и в следующую петлю, третий. Снова вяжем 3 в одну петлю. Первый, второй, третий. И довязываем оставшиеся 2 полустолбика с накидом. Первый в следующую петлю, второй. В конце каждого ряда мы провязываем 2 воздушные петли и разворачиваем вязание на другую сторону. Сейчас вот у нас с вами что получилось. Получается, у нас есть 4 уголка, где мы провязали по 3 полустолбика в одну петлю. Они у нас разделяют ряд на части. 11 полустолбиков – это спинка. Вот здесь вот по 3 полустолбика – это рукавчики. И по 2 полустолбика – это передние планочки. Они идут маленькие, потому что кофточка у меня идет слегка на запах. Она не застегивается на пуговицы, поэтому спереди такое маленькое количество петель. Все, первый ряд провязали. 2 воздушные петли сделали, вязание развернули и идем теперь по обратной стороне. Провязываем теперь уже 3 полустолбика с накидом. Первый, второй, третий. Дальше вяжем 3 полустолбика в одну петлю. Первый, второй, третий. Далее вяжем 5 полустолбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. 3 полустолбика в одну петлю. Первый,
второй и третий. Теперь вяжем по спинке. Было у нас 11, сейчас провязываем 13. Получается, в каждом ряду увеличивается на 2 столбика на спинке и рукавчиках и по одному столбику на передних полочках. Провязываем 13 полустолбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый и 13. Далее вяжем 3 полустолбика с накидом в одну петлю. Первый, второй и третий. Провязываем 5 полустолбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. 3 в одну, первый в эту же петлю, второй в эту же петлю, третий. И довязываем до конца ряда 3 полустолбика с накидом. Первый, второй, третий. 2 воздушные петли, вязание разворачиваем. Я не считала, какое получается количество столбиков в ряду, потому что я ориентируюсь на то, что у меня каждый раз должно прибавляться по 2 столбика рукава-спинка и по 1 столбику на планочке. Если хотите, можете самостоятельно посчитать столбик. Я не считала. Боюсь запутаться, потом вас получается неправильно проинформировать. Так что самое главное, чтобы сходилось количество вот именно по прибавлению. Вяжем третий ряд. Теперь у нас с вами здесь 4 полустолбика. Первый, второй, третий, четвертый и вяжем 3 в одну. Первый полустолбик, второй и третий. Теперь на рукавчике у нас получается 7 полустолбиков с накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой полустолбик с накидом. Дальше вяжем 3 в одну. Первый, второй, третий. На спинке у нас теперь получается 15 полустолбиков с накидом. Первый, второй, 14 и 15. 3 в одну. Первый полустолбик сюда же. Второй в эту же петлю, третий. На рукавчике провязываем 7 полустолбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Дальше 3 в одну. Первый полустолбик, второй в эту же петлю, третий и довязываем до конца ряда. У нас получается 4 полустолбика. Первый, второй, третий и четвертый. 2 воздушные петли, вязание разворачивается.
Вот что получается. Вяжем четвертый ряд. Провязываем теперь на передней полочке 5 полустолбиков. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Три в одну. Первый полустолбик. Второй. Третий. На рукавчиках у нас теперь 9 полустолбиков с накидом. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. И девятый. Три в одну. Первый полустолбик. В эту же петлю второй. И в эту же петлю третий. На спинке у нас теперь получается 17 полустолбиков с накидом. Первый. Второй. 15. 16. И 17. Три в одну. Первый полустолбик. Второй. Третий. 9 полустолбиков с накидом по рукавчику. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый. И вяжем 3 в одну. Первый полустолбик. Сюда же второй. И третий. Довязываем. До конца ряда у нас должно получиться 5 полустолбиков. Первый. Второй. Третий. Четвертый. И пятый. 2 воздушные петли. Следующий ряд у нас идет пятый. На передней полочке сейчас провязываем 6 полустолбиков с накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Дальше вяжем 3 в одну. Первый, второй, третий. На рукавчике провязываем 11 полустолбиков с накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. И 11. 3 в одну. Первый. Второй. Третий. Дальше по спинке мы теперь вяжем 19 полустолбиков. Первый. Второй. 18. И 19. 3 в одну. Первый. Второй, третий полустолбик с накидом в одну петлю. Дальше по рукавчику провязываем 11 полустолбиков с накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый. Дальше 3 полустолбика с накидом в одну петлю.
первый, второй, третий. И довязываем ряд до конца. У нас должно получиться 6 полустолбиков с накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. 2 воздушные петли. Вязание разворачиваем. В следующем ряду мы будем разделять уже основное вот это наше вязание на рукавчики. Вяжем 6 ряд. Провязываем 7 полустолбиков с накидом. Первый. Второй. Третий. Четвертый, пятый, шестой и седьмой. Дальше мы набираем 3 воздушные петли. И пропускаем 14 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. 11, 12, 13, 14. Вязать начинаем с 15 столбика. Вяжем 23 полустолбика с накидом. Первый. Второй. Третий. И так далее по спинке. Всего, чтобы было 23 столбика. И вот как у нас выглядит рукавчик. Получается, под рукавом у нас 3 воздушные петли. Вот эти петли теперь остаются пока не провязанными, потому что мы будем вязать в длину кардиганчика. Рукавчики уже будем вязать в последнюю очередь. Провязали по спинке всего 23 полустолбика с накидом. Снова делаем 3 воздушные петли и пропускаем 14 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Начиная с 15. Провязываем 7 полустолбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Шестой и седьмой. 2 воздушные петли. Вязание разворачиваем. Вяжем следующий ряд, седьмой. Провязываем 8 полустолбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Дальше провязываем прибавку, также из полустолбика с накидом. Далее вяжем 25 полустолбиков с накидом до следующей прибавки. Первый, второй, третий, 23, 24 и 25. Дальше вяжем прибавку, также из полустолбика с накидом. И довязываем до конца ряда 8 столбиков с накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. И восьмой. 2 воздушные петли. Вязание разворачиваем.
Следующий ряд, восьмой, также провязываем по одной прибавочке в тех же местах практически. Провязываем 9 полустолбиков с накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый. Провязываем прибавку. Дальше вяжем 25 полустолбиков с накидом. Первый, второй, 24 и 25. Дальше вяжем прибавку. И довязываем оставшиеся 9 полустолбиков с накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый. 2 воздушные петли вязания разворачиваем. Вот это мы с вами провязали сейчас 8 рядов. В следующем 9 ряду провяжите просто 47 полустолбиков с накидом. Провязали в конце ряда 2 воздушные петли, разворачиваем вязание. В следующем ряду 10 мы снова будем вязать 2 прибавочки под рукавчиками. Провязываем 10 полустолбиков с накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый и вяжем прибавку. Дальше провязываем 25 полустолбиков с накидом. Первый, второй, 24 и 25. Вяжем прибавку. И довязываем до конца ряда оставшиеся 10 полустолбиков с накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. 2 воздушные петли. Вязание разворачиваем. В 11 ряду провязываем 49 полустолбиков с накидом. Довязали этот ряд 2 воздушные петли, вязание разворачиваем. Вяжем следующий ряд, у нас 12. Провязываем 11 полустолбиков с накидом. 1, 2, 9, 10, 11 и вяжем прибавку. Дальше провязываем 25 полустолбиков с накидом. Первый, второй, 24, 25 и прибавка. И дальше довязываем оставшиеся
До конца ряда 11 полустолбиков с накидом. Провязали 2 воздушные петли, вязание разворачиваем и следующий ряд 13 провязываем 51 полустолбик с накидом. Провязали. В 14 ряду вяжем 12 полустолбиков с накидом. Первый, второй, 11, 12 и вяжем прибавку. Дальше все как в предыдущих рядах. 25 полустолбиков с накидом, прибавка и до конца ряда довязываем 12 полустолбиков с накидом. И следующий ряд, 15, провяжите 53 полустолбика с накидом. Закончили вязать эти ряды. Всего у нас получилось 15 рядов. Примерьте, если вам кажется, то, что кардиганчик немножко коротковатый, можете довязать еще рядочки, но учитывайте, что сейчас у нас с вами будет еще вот так, будет обвязка 2 ряда. Набираем 2 воздушные петли и начинаем вывязывать резинку. Разворачиваем вязание. Резинку я вяжу также полустолбиками с накидом, но смотрите, что делаем. Мы не вот так, как обычно, захватываем столбик, а берем его поперек. Вот так. И один полустолбик с накидом провязываем таким образом. Снова делаем накид. И следующий полустолбик мы захватываем наоборот. Вот в эту сторону. Это рельефные столбики, и они вяжутся вот так поочередно. Снова накид, захватываем. Столбик поперек провязываем. Снова накид, захватываем с другой стороны столбик. Вот таким образом у нас получается рельефная резиночка. Снова накид. Захватываем столбик спереди. Накид. Захватываем его с другой стороны. Давайте покажу еще один раз, и все, уже будем вязать точно так же до конца ряда. Делаем накид и вводим крючок поперек, обхватывая столбик. Вот таким образом. Провязываем полустолбик с накидом. Делаем накид и второй столбик обхватываем наоборот. С другой стороны. Таким образом довязываем весь ряд до конца. Довязали таким образом весь ряд, 2 воздушные петли, разворачиваемся. И здесь следующий ряд вяжется немножко проще, уже больше объем захватывается. Захватываем поперек вот этот последний столбик, который мы провязывали, вот таким образом. Первый. Дальше захватываем прям вот. Свободно уже захватывается вот именно вот такой столбик рельефный. Второй также делается сзади. Обхватываем просто столбик и вяжем полустолбик с накидом. Второй ряд вяжется уже полегче. Также полустолбиками с накидом. Довязываем ряд до конца. Видите, какой красивый у нас получается узорчик резиночки. Довязали ряд до конца. Какая красота у нас получилась. Теперь дальше переходим на обвязку боковой части. Набираем 2 воздушные петли.
и вяжем столбики, полустолбики с накидом примерно до середины, чуть-чуть выше середины. Получается первый полустолбик с накидом. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. Девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый полустолбик. Можно провязать еще, давайте один. Тринадцатый. И дальше остальные вяжем столбиками без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый. И 12. Вот у нас получилось с вами 13 полустолбиков с накидом и 12 столбиков без накида. У вас может получиться другое немножко количество, ничего страшного. То есть самое главное, чтобы полотно не было слишком растянуто, если будет много столбиков провязано, либо слишком стянуто. Как-то постарайтесь, чтобы оно было ровненьким. Дальше вот мы дошли до уголочка. В уголочек я провязываю 3 столбика без накида. Первый сюда же, второй и сюда же третий. Дальше вяжем столбики без накида по верхней части за полупетельки. На уголке делаем 3 столбика в одну. Вяжем 12 столбиков без накида. И так же, как первую полочку, здесь 13 полустолбиков с накидом. Обвяжите так этот первый ряд. Я сейчас тоже довяжу вне камеры это все. И будем вязать второй ряд обвязки. Делать тоже вот такой красивый узорчик. Довязали первый ряд обвязки. Делаем 2 воздушные петли. Разворачиваем вязание. И теперь точно так же рельефными столбиками мы вяжем сначала 13 полустолбиков с накидом. Точно так же сначала захватываем с одной стороны, потом с другой стороны. Таким же образом, как делали и низ. Получается, резинку внизу мы уже не трогаем. Мы сейчас обвязали вот в эту сторону и развернулись, идем обратно. Резиночка снизу у нас уже готова, мы с ней ничего не делаем. В общем, сейчас дальше так обвязываем. Где были у нас полустолбики с накидом, мы их обвязываем рельефными полустолбиками с накидом. Где были столбики без накида, также рельефными, мы обвязываем столбиками без накида до вот этого угла. Думаю, тут уже все понятно. Но столбики без накида делаются точно так же. Так же вы захватываете просто без накида. И провязали первый. Также делаем второй. Ну, в общем, думаю, здесь все уже ясно. Все, доделываем обвязку и переходим к вязанию рукавчиков. Довязали обвязку, делаем воздушную петлю, ниточку вытягиваем и обрезаем.
Потом эту ниточку с помощью иголочки нужно будет спрятать аккуратненько. Вот что у нас сейчас получилось. Такая основа готова. Дальше мы вывязываем рукавчики. Здесь очень важно смотреть, в какую сторону начинать, потому что у нас идет узор, так как мы вязали поворотными рядами, и сейчас нужно в определенную сторону начать вязать. Начинается вязание у нас под рукавчиком, там, где были 3 воздушные петли. Давайте начнем с вот этого рукавчика. Вот у меня передняя планочка. С этой стороны спинка с этой. Присоединяемся в серединку, где были 3 воздушные петли. Берем ниточку. Хвостик можно оставить чуть подлиннее, чтобы удобно было его спрятать. Набираем 2 воздушные петли. И дальше по кругу провязываем полустолбики с накидом. Вяжем вот в сторону полочки передней. Провязываем в следующую петлю первый полустолбик с накидом. Это еще там, где была воздушная. Дальше один полустолбик с накидом между. Переходим уже на оставшиеся 14 петель, которые мы оставляли непровязанными. Сейчас у меня получается первый, второй в серединке, третий, четвертый, пятый, шестой, шестой. Седьмой полустолбик с накидом. Восьмой. Девятый. Десятый. Одиннадцатый. Двенадцатый. Тринадцатый. 14, 15, 16, 17, в серединку, 18, и вот здесь воздушная петля, где у нас была. 19. И присоединяемся. Вот у нас здесь 2 воздушные петли изначально, и вот так я прям за них и присоединяюсь. 2 воздушные петли. Дальше мы не вяжем просто прямо по кругу. Мы разворачиваемся и вяжем изнутри рукавчика, чтобы сохранить вот этот узор. Получается сразу же за 2 воздушными петлями начинаем набирать столбик. Первый. Главное, считаем, чтобы их также получилось 19. 2 воздушные петли я не считаю за столбик. Третий. Четвертый. Пятый. Получается, идем в обратную сторону. Шестой. Седьмой. Восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый. 17, 18 и 19 столбик. Теперь присоединяемся снова. У нас где были 2 воздушные петли,
просто вот так крючок ввожу между двумя воздушными петлями и первым столбиком и присоединяемся соединительным столбиком. 2 воздушные петли. Теперь разворачиваемся, вяжем по лицевой стороне, по столбике с накидом. Начинаю вязать столбик сразу за цепочкой. Главное, чтобы в каждом ряду их оставалось то же самое количество, какое было изначально, по 19. Всего провязываем так 6 рядов. Все, я провязала 6 рядов. Вы примерите кардиганчик своей куколки. Может быть, вам потребуется еще провязать немножечко. Учитывайте, что у нас еще ждет 2 ряда резиночки. 2 воздушные петли, разворачиваем вязание. Все, сейчас мы находимся на лицевой стороне, и резинку я вяжу уже просто по кругу. Первый ряд по кругу и второй сразу же по кругу, то есть уже не делаю разворота. Так, резиночку вяжем точно так же, как вязали нижнюю часть кардиганчика. Также захватываем поперек столбик, вяжем рельефный столбик первый, второй с другой стороны. То есть абсолютно одинаково, как вязали низ кардиганчика. Этот ряд провязываем так. Соединительный столбик, 2 воздушные петли. И второй ряд вяжем, уже захватывая вот этот удобный столбик целиком. Все, довязываем так 2 ряда, дальше соединительный столбик, ниточки с помощью иголочки прячем, я уже все остальное доделаю за камерой, думаю, и так на этом моменте уже все должно быть очень понятно. Кардиганчик тоже готов, вот такая у нас получилась куколка с вами, 2 практически одинаковые девочки. Все, мы закончили полностью вязание. Спасибо вам за то, что вязали вместе со мной, за то, что выбрали мою куколку. Очень мне это приятно. Показать готовую куколку, фотографию ее вы можете ВКонтакте, в моей группе, опубликовав фотографию в альбом, или можете прислать мне в личные сообщения, либо же в Инстаграме. Ссылки на мои остальные социальные сети вы можете найти в описании под этим видео. Надеюсь, результатом вы остались довольны. Всем пока! Увидимся в следующих мастер-классах!